23-24 апреля 2014 года в Доме антикварной книги в Никитском пройдет очередной тематический аукцион, на котором будут представлены редкие книги, рукописи и автографы поэтов золотого и серебряного веков. Один из наиболее топовых лотов аукциона – это сборник стихотворений 30 апреля Аполлона Николаевича Майкова, подносной экземпляр в роскошном марокеновом золототисненном переплете. Книга была отпечатана мизерным тиражом 50 экземпляров и раздавалась друзьям поэта на его юбилейном вечере. Под переплетом сохранена издательская обложка, на задней части которой так и отпечатана «Не для продажи».